будем смотреть только на экране их, это не два. Соответственно, если бы было по два выстрела в каждый, то было бы 2 минус 4 выстрела. Если всего лишь 2 минус 5, значит в какой-то некрайний окоп выстрелили что? Один раз. Не более одного. Не более одного раза. Отлично. Давайте эту ситуацию я пытаюсь сейчас изобразить. Итак, есть окопы, окопы, окопы. Какой-то некрайний окоп, например, вот этот. Он некрайний. Все, что мы знаем, что здесь есть вот эти два соседних окопа, да? Вот, замечательно. И на некотором выстреле, вот именно сюда, давайте договоримся, что во время этого выстрела мы пересидим ситуацию вот в этом окопе. То есть, когда стреляю сюда, то мы будем здесь. Отлично. А вот во время остальных выстрелов, смотрите, какая история. До того мы находимся в этом окопе. После того, как выстрелили в этот, мы опять находимся в этом окопе. То есть последовательность перебегания такая. Пока все нормально. Да? Заметьте, здесь мы живые, здесь мы живые, здесь мы живые. А теперь вопрос. Как выстроить всю последовательность нашего нахождения, ответ простой. В окопе В нам было страшно только вот в этот момент. Во все остальное время нам не страшно. Поэтому мы берем и планируем так, что вот мы или в окопе А, или в окопе С, а здесь мы в окопе В. До этого мы тоже были или в окопе А, или в окопе С, а до этого В. И так и спланируем. На самом деле много машин, потому что у нас каждый раз есть выбор, быть или в А, или в С. Поскольку сюда стреляет только один раз, то вот это вот абсолютно безопасное место. Вот здесь был выстрел, а все эти положения безопасны. В остальные места могли стрелять, но на каждом уровне могли стрелять не сразу в оба окопа, а в один из них. Например, стреляли в этот, тогда мы будем здесь. Если стреляли в этот, тогда мы опять будем здесь. Если стреляли в этот, тогда мы будем здесь. Поскольку в каждый момент времени стреляли только в один окоп, то или А, или С безопасны в каждый момент времени. Может меняться. То есть сейчас вот здесь С опасный, А безопасный. Б безопасный все время, кроме одного момента. Но мы догадались переждать этот момент А.